Так, друзья, наконец-то у нас идет тепло. Сегодня чем занимаюсь? В общем, трубу здесь пока нет домкратов вырвать. Сделал такой пол, типа как бы, короче, закрыл всю эту яму, чтобы никто не проваливался. Прибрался чутка. Вот свет вроде две лампочки, а все равно темно здесь, короче. Бочку набрал, вода отлично качает. 8 минут, 200 литров есть. Старичок у нас потек, надо тоже его менять, отовсюду течет, вообще не знаю, короче. Так, ну воды сегодня накачали, помоемся, так вроде тепло, печку топить не будем. Ну и вот какие планы, здесь порядок навел, ну и сейчас в общем занимаюсь, парничок натягиваю, достал пленку старую, ну какую старую, прошлогоднюю, то есть на год хватило. Думаю, сейчас еще на год хватит сезон. Сейчас ее пришпандорю туда. Здесь надо будет порядок навести. Огурчики будем сеять. Ну и здесь сейчас все перекопаю. В общем, порядок надо навести. Траву, корешки все собрать. Земли все меньше и меньше почему-то. Да и земля здесь, кстати, не очень у нас. Надо чернозем покупать, досыпать. В общем, вот такие вот пока движения у меня. В общем, дел еще много будет. Колоночка у нас качает. Девчонки вчера занавешали вот такого-то, если дождь пойдет, чтобы насос не мочило. В общем, это пока так все остается. Ну а так, что, какие планы? Короче, докрасить заваленку всю, трехугольнички эти, клумбочки подкрасить. Яму, короче, всю заколотить дощечками, чтобы была полностью закрыта. Какие еще планы? Потом мангальную зону будем делать и доделывать, в итоге все подливать. По возможности яму все засыпаю, она все и садится, господи, сколько можно в нее сыпать. Ну а так что, трава, вон уже трава везде повысла, сколько трава. Ну и там в дровнике надо будет прибраться, все это распилить на дрова, когда только не знаю. Здесь все покрасим в ближайшем времени. Ну и дом тоже хотел покрасить, зависит от финансов, не знаю, посмотрим. Здесь трава вон уже все в одуванчиках. Как бы вот такие планы. Стройка пока стоит, да. Скоро надо в ближайшее время уже 3 стропилины эти доделать. Положить их туда. Пока дождей нету, а то он их крутит, эти доски все. В общем, оставимся на канале. И погнали работать. Доску надо было, наверное, чем-то обработать. Винтом выгнало их сюда, видать. Землей поддавило. Здесь надо было столбик вбить. Что-то здесь у меня откручено нафиг. Короче, нижняя доска гниет потихоньку, может, надо было в рубероид ее обвернуть или как, хер его знает. В общем, сейчас здесь аж он как сильно выгнуло, чуть-чуть мы ее туда сейчас подобьем, откопал, одну сторону скопал, сейчас здесь буду убираться. Так, в общем, вот что получается. Фу, все скопал, разровнял, ну и с любимкой уже пленку натянули. Короче, та же пленка на том же месте, буквально еще на сезон хватит, и все, и капец ей будет. В общем, как-то так. Вот траву все с корнями повыдрал, все, что здесь было, ну, там еще чуть-чуть осталось, потом руками дорву. Все, о, две луковки прошлогодние. В общем, как-то так. Все, увидимся завтра. Так, ребятки, 19.00, следующий день. Так, что сделал? Здесь вот клумбочку чуть-чуть переделал, короче, там ландыши растут, их надо будет потом бабушке на могилку отвезти. Вот эти два оттуда вытащил, один поставил. Еще буду делать клумбу. Дочкину покрасили кирпичики. Так, здесь что здесь? Вот так заделал, пока потом надо будет со светофора взять, продают тенты небольшие, накрыть и чуть-чуть глинкой все-таки прикопать это дело. Так, что еще? Ну и там вот давно все это лежит. Говно, короче, с дерева попилил. Дерево половину сухое было. Там на крыше и до хрена очень листвы лежит. И вот эту сейчас, наверное, часть пристройки крыши буду разбирать. Убирать отсюда эти два столба, короче. Ну и саму крышу. Хотелось бы вообще весь дровник отсюда убрать нахер. Сделать забор, продолжение забора.
Ну, пока на это финансов нету. Сосед свой забор поставил. Хотелось бы его продолжить. Вот это все рухлить, вообще отсюда убрать. Ну ладно. Так, если что, скоскопульта белую краску тут покрашу, чтобы вот этого ужасной грязи этой всей не было. Ну и уберу вот эту вот крышу ужасную. Там надо будет потом здесь на веранде подлатать крышу. Ну и здесь вот пару клумбочек надо будет сделать. Из этих вот поребриков, короче. Чтобы они вот так вот не валялись, надо их отсюда убрать. Делать клумбочку, эти подкрасим сейчас. Сделаем. Так, а сегодня еще и огурчики пойду посажу. Сегодня плюс 20 обещает. Уже более-менее тепло. Залой чуть-чуть присыпан, надо будет разрыхлить. На тепло тут уже. Посмотрим там по погоде, может сразу в грунт и высадить надо будет. В общем, такие продвижения, что будет нового, интересно, включусь. Короче, сейчас я это все дело разберу, все, что не надо, выкину и снова прибираться буду. Такая изначально крыша была, когда переехали 13 лет назад, хотел сделать поболее крышу, в итоге не из чего было, лепил всякого говна. Здесь еще тоже раньше столбики стояли, то есть от самого угла вот так вот большой навес был, со временем все развалилось. В общем, как-то так. Такой вот результат пока. Доски сложил, поддончики лапы оторвал и уложил, чтобы жене можно было белье, любимки вешать. Ну, вот сейчас попробую все там покрасить. Если у меня краскопульт, конечно, будет красить. Очень бы хотелось сделать, чтобы там все беленькое было. Белоснежное. Сейчас попробуем. Так, еще одна стропилка лежит. Осталось две. Тепло, двадцаточка сегодня на улице. Потихоньку ковыряюсь. Пришлось поддоны еще закинуть наверх. Зараза. Вроде не тяжелая. Руки вытягивают, здесь накидал, там накидал. В общем, еще одну стропилку готовлю. Сейчас скручу ее и буду тоже туда закидывать. В общем, вот такие дела. Дом уже более-менее выглядит нормально. Надо докрасить будет. Туалет подкрасить. Там чуть-чуть краски еще есть. Так, еще одну закинул. Все, одна осталась. Фу, там, короче, 4 шпильки есть. На двух есть. Короче, надо еще 4 шайбы, 4 гайки. И еще одну стропилку соберем. Туда закинем и уже все. По стропилу можно будет забыть. При первой финансовой возможности будем заказывать листы. ОСБшечку, двенашечку. Новосибирске стоит сейчас сколько листик? 733, что ли? 700? Нет. 703 рубля. Короче, на крышу надо ОСБшки на 11 тысяч с половиной. Ну, видите, вырезал 7 рулонов по 10 метров. 7 рулонов, да, надо. Ну и он где-то выходит на 5000. Накрыть крышу. И все, хоть меньше будет этот скелет мочить. Хотя, да. Чтобы крыть крышу, надо для начала укрепить углы второго этажа. То есть листы прикрутить с этой стороны, с той. Со всех 4 углов по 2 листа надо прикрутить. Это тоже 8 листов получается. То есть вот как здесь уже стоит балка, сюда лист, потом с той стороны лист,
И уже будет сам второй этаж крепче намного. И тогда уж только лезть на крышу. Так, пока еще шаткая конструкция. Ну вот если бы вода не пропала бы, то у нас были бы деньги на крышу. Пришлось тратить около 10-11 тысяч долларов. Вот так вот бывает. Ну ладно, ничего страшного. Работаем, все построим. 22 мая, ребятки. Так, что у нас здесь? Копали щель, все растет. Здесь посадили уже помидорки. Огурики вчера посадил, лук, морковку. Прям день саженцев вчера было. Так, что тут? Там еще балка одна. Одна стропилина осталась. И сегодня вот делаю балку. Получается, для еще одной буквы П, которая будет у нас посерединочке. Так, здесь клубничку лектона, тут викторию посадили. Вот такая вот получилась 680, как в принципе. Вот эти вот все тоже вот они. Это, и вот здесь она где-то будет стоять у нас. Посередине будет всю эту конструкцию держать. Все это будет завязываться уголками, усиленными посерединке. Все стягиваться, скручиваться. В общем, надо будет отмерить середину и забабахать. Столбики сделаем вот из этого бруса. Я выберу более-менее, зашлифую все. Какие-то еще будут в гвоздях, гвозди уберу. Ну и все, как всегда, промажем и прифигачим, чтобы у нас уже стропиловка была крепкая, чтобы можно было залазить, кидать листы и накрывать. В общем, вот такие вот дела. На улице у нас 22. Тучки, правда, ходят, но дождя вроде не обещали. В общем, погнал дальше делать. Все, ребятки, последняя стропилина наконец-то. Сейчас ее надо будет закрепить, закину туда. О! Ну и потом вон, купим круги шлифовальные, эту дуру отшлифую, чтобы внутренняя часть была более-менее ровненькая, чтобы ее меньше потом пришлось шпаклевать, красить. Вот. Ну и вот эти концы, края, то есть более-менее вывести, чтобы они более эстетично выглядели. И будем как-то ее здесь крепить. То ли столбики ставить, потом ее поднимать, то ли как. В общем, далее будет видно. Сейчас стропилку закину и включусь. Так, все, положу, лежит. Сейчас надо будет закрепить ее на уголки. Здесь вот так вот у нас все. Дай фокус. По полосочкам. По 50 сантиметров. Все ровненько выглядывает. Ну а там получается с той стороны там, где 5 сантиметров, где 7, короче. Ну, с запасом брал это все, потом будет отпиливаться по шнурке, короче. Вот так вот. Сейчас закреплю. И посмотрим итог получившегося. Вот и все. Все, остается нам третью балку закрепить. И будет уже самая мощная конструкция. Можно будет танцевать на крыше. Да, и печальная новость. Сезон начался. ОСБ дорожает. Прям вообще космические цены задрали. Сволочи. Здесь вот тоже начал вчера убираться, не снимал. Угол очищаю. Он до туда был. Вон еще один буратино сидит. Вчера два буратино выдрал. И вот надо ее, вот этот весь угол очистить. Здесь земельку вывести надо. Так вот весь угол. Буду очищать все это дело. Такие вот планы. Водичка вроде качает. Она так, что все, одуванчика, все зарастает. Катушки нету на триммер. Когда косить буду, не знаю, короче. С деньгами пока напряга. Фу, здесь духотища. Так, что еще между делом? Откопал я эту трубу все-таки. Получается, самая нижняя точка была
как сказать-то, уклон шел сюда, и уклон в ту яму нихера не шел, получается, здесь вот скапливалась самая химия, говняшки всякие такие. То есть туалета у нас в доме нету, а стирались, получается, и посуду мыли, вся химия, вот это вот все, все самые тяжелые эти химические осадки вот здесь на повороте, короче, скапливались. Сейчас все закопаю, короче, здесь порядок тоже наведу. Пригодится, пойдет туда, в тот дом, короче, на слив. Все, сейчас закопаю, короче, что-нибудь продолжу делать еще. 25 мая, друзья. Ну вот, наконец-то. Такой результат у нас получается уже. Сейчас вот вспоминал, когда-то, когда фундамент перед тем, как заливать, выкапывали сюда, наваливали землю. Здесь холм был, здесь холм тоже был. И уже прям тополя росли, все заросли было. Сейчас он сколько уже очистил, сколько земли уже свывезено было. Даже не думал, что можно будет таким образом порядок наводить. Так, что сейчас делаю? Там дофига буратино выдернул. Надо будет дальше очищать. Здесь надо будет пристроить, короче, грядочку. Еще одну квадратную, наверное. Привезли. Кто там? Виктория, клубника. Надо будет еще высадить сюда. Сейчас сделаю, скручу все. Досок вот все, что осталось. Из них придется делать стены второго этажа. То есть доделывать. Ставить таким вот образом. Здесь, 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 короче, и потом будет зашиваться все. Все, что осталось. Вот такая вот печаль. Здесь все одуванчиками зарастает. Дай бог с ними, короче. В общем, такие вот дела. Всем привет, дорогие друзья. 30 мая. Ух, прошел дождик у нас. Вчера пасмурно было. Ямка просыхает. Сейчас все, жара начинается. 30-ка идет. Целую неделю пока за 30-ку, может даже больше. В общем, трава растет с бешеной скоростью. Покрасил так вот. Ужасно все это выглядит. Цвет такой говняшечный. Три банки краски было, смешал. В общем, темное получилось. Эта пленка сраная, ужасно смотрится. В общем, потом что-нибудь здесь нарисую, может быть. Короче, всяко лучше, мне кажется, чем было. Ужасно все, грязно было. В туалете чуть-чуть так же попшикал слева-справа. Сверху напылил. В общем, ну, завалил, когда красил. Что у нас, пух полетел, шары лезет, падал. Ну и сегодня что делаю? Так, что у нас тут? Трава тоже лезет. Что делаю? В общем, шлифую. Купил я диски. Сороковки, правда, не было. 60-ку взял, 10 кружков. 150 рублей стоит. Ну, сейчас шлифую, вывожу, короче, и покажу, что получилось. Насколько их там хватит, я не знаю. Короче, диски махом ушатываются. Решил, короче, сначала пилой выровнять. Вот тут одна сторона, что получается. Фокуса нету, зараза. В общем, более-менее ровно. Сейчас вот финишная. Пройду этой болгарочкой. И это будет у нас верхняя часть, которая будет к стропилам прикручиваться. А здесь, там вообще все криво с этой, с обратной стороны. Там долго надо выводить. Ровненько. В общем, погода шепчет. Потихоньку ковыряемся. Все заросло одуванчиками. Всем спасибо, кто меня смотрит, поддерживает. Ну, тут нас зашлифовал почти. Потом надо будет еще доводить. Хорошо, у нас свои есть винтовые, по ним хорошо ориентироваться. Ну, более-менее, короче, в одной плоскости. Сейчас буду переворачивать в другую сторону. Другая сторона-то вообще жесть, короче. Где-то дугой, где-то лесенкой. Фух, на улице жара прям. Ужас. Так, что здесь вот получается, срезаю потихоньку, вывожу под эту доску. Дальше вот, чтобы понимали, да, какая разница. Здесь вот такая ступенька. Дико это все надо сточить. Более-менее будет уже ровненький. Ну и здесь потом, я не знаю, что с гвоздями, может так оставить. Да, это потом, в принципе, потом в помещении это все будет. Это потом надо будет как-то шпаклевать, красить, наверное. Поживем, увидим. Ну и так, пока. Более-менее выравнивается. Вот и остается, получается, его наверх закинуть, каким-то образом зафиксировать. Под него два столба. Выпилить вот из этого что-то, тоже шлифануть.
и как-то туда подставить. Где-то на середину дома. На середину дома. Это где-то вот здесь примерно. Да, получается. Отмерить все равно надо будет. Ну а там по ходу дела все будет видно. То ли его крепить, то ли столбы сначала поставить, а потом его закидывать. Опять же, не с кем закидывать, я один. Или его подвешивать на уголки каким-то образом, а потом уже столбы подгонять. Забивать туда. В общем, самое интересное впереди. Да, хотелось бы быстрее уже зашить все. Но пока с финансами тяжко. Болгарка греется, жарко. Так, что у нас? Такой результат. По другой стороне уже чуть-чуть шатается. Получается, неровно лежит на этих. В принципе, нам так и надо. Потом середина подтянется. Края чуть-чуть зашлифовываю, чтобы потом наверху там не зацепляться. Здесь чуть-чуть осталось. В общем, более-менее ровненькое. Пойдет.